Бомба. Повышенная сложность. Пам-пам-парам-пам. За кого? Вверх. Лёх, мы всегда за верх. То есть, защищайте просто всегда. Объект. Мы топ. Да. Ой, пропустил. Мало минус. О, неплохо начало. Грена еще из-за малого, Лёх. Мало минус. Еще один? Как они любят малый. Иван, попал, Лёх, смотри, пещера. Из-за большого Грена, Лёх. Хорош. Где? Не знаю, как просто стрелял. Че, горает он, наверное, может? На горе. Отлично, бойцы. Готовьтесь к следующему раунду. Лол. А, я думал, за Динка сидит. Бомба. Повышенная сложность. Лол. Защищайте. О, блять. Рома, ты так не прыгай. Босс. Может, спасайте. Блин, ну я не могу. Малый. Блин, сори. Хвосте. Возле хвоста. На хвосте? Нет, возле. С другой стороны. Большой. Боже мой, еле убил. Вот, последний остался. Бежит возле дверь. Кабина, вы чё, лолы? Кабина, кабина. Отлично, бойцы. Готовьтесь к следующему. Нормальный хвост. Знакомая. Бомба. Повышенная сложность. Защищайте. А хули толку знать-то? Блин, я... Знать-то нет, становишься. Я уже 100 раз заскринил. Блять, на гору проходим. Лёха, закроешь? Я центр снимаю. Еще один. Ушел, что ли? Пиздец, не видел. Пещера один. Один хвост. Горка сзади будет. Так я думаю, не прошел, надеюсь. Ладно, понятно. Шел туда. На зенитке. Да блин, большой, вот что он делал. Большой минус. На зенитке, выходи. А, хуй знает, один первый, наверное. Так, давай, я фейк, а ты чекай его. Гора идет. Хорош. Отлично, бойцы. Готовьтесь к следующему раунду. Смена сторон. Переливается в очках? Бомба. Нет. Повышенная сложность. Уничтожить. И такой раз побежал в атаку. Бомба у нас. Почему нету, да, бункер в очках? Блин, один минус в большом. Пещера минус. Еще за пещерой, за дверью. Пещера. А пещера, сквозь дым. Минус. Ну блин. Че там, че они смотрят? Ладно, поставлю еще камеру, чтобы они там не ныли. Отлично, бойцы. Пич! Так. Готовьтесь к я следующему. Просто уебал дым, типа, я просто приехал. Меня сквозь дым нормально так прошили. Я ему, кстати, в ответку потом. Жах. Сразу не мог. Бомба. Я, блин, я сначала стрелял. Да блин, я теряю 2 секунды из-за этого видео в начале раунда. Бомба у нас. Сейчас попробую не вертикально, а нормально горизонтально заснять. Все прошел?
пещера. Блин, сори, я... Нормально, покрошил двоих. Гору, гору, гору чекайте, гору. Рональд, гору смотри. Он меня из этой щелки убил, я его что-то заметил. Я их распу смотреть буду. Отлично, бойцы. Готовьтесь к следующему раунду. Бомба. Повышенная сложность. Уничтожить объект. Бомба взята. Ой, грена. Грена, 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 грена. В кабине двое было. Одного слил? Да, убил. Я смотрю с их респы. Гору смотрите. Смотрю гору. С нашей респы выйдет. С нашей респы камни. Камни. Камни на нашей респе, слышишь? Блин, я точно видел там угона. Минус. Отлично, бойцы. Я, блин, его пропустил. Готовьтесь к следующему раунду. С меня потребуют? Смена сторон. Бомба. Повышенная сложность. Защищайте объект. Большой, 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 ты что-то спишь, блин? Да потому что, блин, петухи писал, блин. Сори. Вон он был. Минус. Слышу, еще один за большой минус. Ну сори, чё. Все, пошли не к черту, пишите им сами, короче. С меня еще интересно, потребуется. Ну ты вроде как не особо палишься. 9 на 2. Ты то ли делал 12-1. Вот это что же? Отвечай, просто прострел. Вот сюда. Отвечай, Лёха, это просто туда стреляю всегда. Вот это просто офигенный прострел. Запомни его. Запомни, Лёха. Это офигенный прострел. Нет, ты видел? Я так не раз делал уже. Я тебе говорю. Ну это было просто офигенно. Я так много раз уже сделал. Да блин, там, короче, прям на А, грубо говоря, мало минус. В кабину, блин. Вообще норм такой. Просто стоит, блин, да он прицелился. Бам! Убил. А, у него бывают, да, такие моменты. Нет, на камера рядом стоит, чё, идите к черту. Я все залью. Находи. Пещера. Около пещеры. Смотрел, да он ушел в нее уже. Отлично, бойцы. Отвечаю, смотрел, следующему раунду. Да, ну дай-ка выйду, ебану. Не, камера пишет, все норм. Будет я чек. Там вон руки мои видно. Повышенная сложность. Защищайте объект. Ты помнишь, когда прилетел? Ты тут В3-то помнишь сакер из плена? У него что-то так бомбило, он же вообще говорит, я вас на кадвайф вас запишу, короче, с вашим хитером. У меня, кстати, до сих пор в друзьях есть, не удаляет. Там еще один вроде, Рома, ну жди. Я не помню, кто меня убил. Как вы думаете, какая у них карта будет? Я вот думаю, что скидра. Ой, большой проходит. Кажется, скидра. Так, возьми. Странно, я не прошел, понял, что ли? Что прыгал? О, Зауса, да, ты слышал слева допал кто-то? Да. Я тоже слышал. Это Рома? Нет, это не мог быть Рома. Ром, проверь, под, о, около о, пещеры справа. Ну смотри, может около пещеры справа в траве лежит один чекать, а другой поставил. Вполне возможно. Нету в траве?
Ром. Вроде Ром. Нет. Это у меня-то стандартный конфиг, я нифига не... Вот, стандартный самолете. Нет, нет, нет. Ну, хорош, за движком чекай, где-нибудь. О! Вот это. Кабина, хорош. Тут, короче, Уэйн предлагает КВ, похоже. Ну, блин, давайте уже, когда я с салюта приеду. А я уже не помню, давайте на салют хочешь. Я не хочу идти, но надо. Быть. Долг, типа, выполнен. Давайте к следующему раунду. Смена сторон. Добавь, ну, играешь? Ссылочку дай мне. Дашь мне ссылку? Ты что, не знаешь? Повышенное слово. Кого? Ну, может, у меня есть, сейчас не помню. 450 друзей, блин. Ура, у всех запомнил. И чё, кто где? Убил. Сквозь дым пойдет. Блин, нормально. Так, большой. Не, они так без пальцев стреляют, а потом убивают. Сквозь дым убивают. Ну. Бля, прямо на пунте прямо. Да меня кто-то сшукнул у меня. Нифига себе. Кабина. Ну, он прям в кабине сидит. Простреливай кабину. Прям в кабине. Ну блин, меня в обратку. Взял. Хорош. Чё, гараж что ли? Я не понял. Не-не-не, он рядом. Прямо тут. О, найс! Найс. К следующему раунду. А ведь это Эрника у нас там мастер со снопой да с деглом погонять. А тут опа, ОМП. Бомба, повышенная сложность. 1-10 у пацана. Что-то странно, да, ребят? Бомба взята. Это просто не терминал. Кабина. Кабина. Лежит на кабине. Нет, пещере. Ну, в пещере я сниму, наверное. Малый. Сори. Я убил. Ну, блин, пещера, минус. Я в чём? Кабины был? У меня, блядь, спину. На кабине минусанули? Я не знаю. Гора, ёпта. Гора. Ну, давай ставь рум. Или пещера. В пещере одного минус. Они, наверное, парами уже не ходят. Я убил в большом одного. Я на виспе. Про АФКшу покупил. Смотрю пещеру. Я гору. Давайте смотрите их респу. Да, с их респу. Отлично, бойцы. Готовьтесь к следующему раунду. Стоит там, стреляем. Куда он стрелял? Почему перестал стрелять? Не знаю. Просто взять, повышенный слой. Потому что стрелить. Малый почему дальше бьет, до конца не шел. Я тоже не понимаю. Ну, большой. Блин, две пули выпустили. Большой прошел. Блять, опять большой. Прошел. Я тебе говорил, ну ё-моё. Малый. О, префом. В малом. Вот я про него и говорил. Вообще префом пойдет. У меня вот он... Сука. Просто префом вышел, войну, пацан. Готовьтесь к следующему раунду. Я 4 сделал, красава. Эйс. Мне кажется, ли он без зачета? Смена сторон. Не знаю, что. Просить их тоже снимать. Бомба. Меня какой-то повышенный дверь слов. Добавил. Ну это Вейди. Ой-ой, граната. А если он тебе написал, зачем сейчас это ему мне писать? Я не знаю. У нас гору никто не смотрит, ребят. Пиши. Я смотрю. Я сказал, пиши Егору. Потому что я ухожу, я ему написал. Я что, Егор? Топай, топай. Понял, я посмотрю, что большой. Пошел большой вроде. Да, в большом. Хорош. Ой, еще один. Уходи, прикрою. Кабина, лол, сзади, Заус, прям сзади уже. И один сзади, вот, внизу, Заус. Ну что ж ты. Ну с Веквела, ну, ёп. Где? Да движок, короче. Большом был и движок. Он прям на кабине был, стоял. Да вот Заус он стоит, но Заус меня ничего не слушал. Ну вот он убил, мало. Где-то, уже мало. Блять, так в мало. Так это, может, не тот. Это, блин, это не тот. Меня убил Сиквела вот этот вот, или как так ник читается. Давай, одного валить. И он был под кабиной, прямо под тобой. Мы проиграли бой. Он пробежал просто на нашу респу и все.
Готовьтесь к следующему раунду. О боже. Я, блядь, не видел ни мавы, ни хуявы, ничего вообще просто. Бомба. Повышенная сложность. Ну, то есть, смотрел, я выбежал, конечно. Защищайте так, блядь, объект. Не бегайте больше, я нихуя не вижу. Большой смотришь, я надеюсь? Ну, так, чуть-чуть. Вряд ли успею его убить. Возле меня что-то много как-то топает. Ну, большой, походу, раш собираются, но... Да, большом, но я только вторую комнату смотрю. Нормально, к тебе вышел, Лёха, справа у тебя. Ты же там... Да, кого? Не-не, меня с большого убили. Не-не-не, я другому, Лёхе. Я не знаю, как большой, он сейчас, наверное, префом выйдет на меня. Пока вот он, сука, в меня стрелял, Егор, блядь, не мог, сука, выйти. Не мог, он стоит во втором, во второй комнате стоит. Понимаешь? Так ты, блядь, стена-то эта простреливается вся полностью. Не, вот это вот камень простреливается? Он во второй стоял. Ты немножко это движение сделай. Ни к чему, я думал, он тебя вообще не убьет. Так я тоже стреляю, думаю, не убьет, мне в ногу, блядь, попал какого-то хуя. Это не он, лол. Большой минус один. Так, вот это хорошо вот уже. Вот это он. Скриним. Время на исходе! Ему пинга не хватило меня убить. Сука, сразу вылазил. Ну я там уже убивал, конечно, на этом месте. Ладно, надо горло бежать. Он на гору, блядь, поднимается. Рональдо, беги, догонишь. Что-то у меня 12 минут видео, ну я еще и вторую. Да я 100 скринов сделал. Ты камеру поставишь? Ты камеру поставишь? Нет. Ну, в принципе, ответ на выкинь. Отличная работа. И что ты ржешь? Ну нет, я не даун. Камеру поставишь? Камеру поставишь? Ну понятно. Ну что, вторую карту играем? Вторую карту играем. Два раунда свели. У меня Рома с вами планку надо. О. А это что? Коннект. Да я сейчас чувствую, Лёха, мы не один раунд солил. Какой-нибудь Харрор Хайрайз. Да, вот я думаю. Ну, ну чё, ребят, проблемы? У меня как бы камера стояла всю первую карту. И камера стоит, и на шедоплее снимаю, чтобы с переговорами было слышно все. И все ли вы, ну, на YouTube ссылочкой вам дам в ЛС? Хотите на канал зайдите, вам там проверите, там куча видео моих. А теперь вопрос, поставишь камеру ты? Что там? Или может тогда для честности я выключу камеру? Я, блядь, не могу присоединиться. Сейчас, давай, Хастадом. Так.
На. Добавил война? Зверя? Какого-то? Да. Ну да, он меня добавил. А кто из них этот? Вот, Джойникс, по-моему. Джойникс, а может и нет? Хос кто? Вот кто. Да, Джойник. Да? Ну ок. Этот... Сиквелла этот. Этот профиль скрыт. Еще бы. Я не могу присоединиться. Только к Сквилле этой. У них, наверное, сейчас будет хост меняться. Нет, не он. Не он хост, потому что... Не он. Сейчас у них друг... Хоста поменяли. Ага, они хоста поменяли. Коннект. А я сразу почувствовал, что надо камеру ставить, блин. Тут вообще сейчас начнется нытье, нытье всякое там. Читак, все такое. Слышь, а что это такое? Конференцию закрыли. Потому что хост сменился, давай коннект. Не, ну конечно тот килл был жесткий, правда? Просто такой смотрю в этот проход. На, хедшот. Не, а там в курсе клевая тема. Смотри, стоишь, и когда только план поставили, ты начинаешь туда стрелять, а они в основном всегда назад убегают. И когда он назад будет бежать, он 100% в эту пули попадает. Это вообще имбовый прострел получается. Ты покажи. Я Роме сразу говорил, что это. Что у меня один подписан, как 4. Вот этот как раз есть, который минус 4 сделал. Мне кажется, сейчас вообще жопа будет. Ну, если он сейчас еще играть будет. Что он говорит-то, типа, не будет, да, снимать? Ребят, ну что там долго еще? У меня записи еще на 20 минут хватает. А что там Роман показывает, кстати, этот прострел? Да, там стоишь за камнем и стреляешь в щелочку, где дверь. На переднем самолете. Щелочку так, раз и все. Он убивает, кстати, и в центральном самолете кто стоит, если пасет большой бункер, смотрит. За центральным он не убивает? Нет, не убивает, нет. Не, вроде не простреливает. Вот, когда убегает кто? Тоже убивает, хорошо. Вол, смотри, открыл группу этого, какого-то этого, Вейн, зверь скинул. Продаем халявный аккаунт из Инхой в ВВС. Продаем халявный аккаунт. Да? Русский язык, мать твою. Великий русский язык. Так, походу у них Эрника не будет играть. Вот это еще вышел, блин. Кто? Он еще не зашел даже, ты че? А он сейчас зайдет, блин, он перезаходит. Да? У тебя он в друзьях есть? Да. Майк, я же говорю, он подписан, как чит. Лол. Опять, если он еще и хостом будет, вообще сейчас. Ну, походу, да, коннектитесь. Не могу. Потому что фильм не надо. Хоста в чат кидай. Это вот этот, что ли? Вот этот А, две точки, А, еще две точки, А и так далее, да? Он что ли? Да, он. А почему у меня... Это не А, это Б. Это Б, у меня Б написано. А у меня А написано. У тебя английская версия? Джоникс пишет, что он хост, слышите? Да. Скажи, что мне не цепляет к нему. А ты не к Джониксу, ты с Эквилли коннектись, вот попробуй к Джониксу. Ну вот, все. Ну вот, место закончилось. Че, мне вам вторую карту писать? А, ну конечно, у меня там одно видео на 35 минут, надо удалить старое. Вол, надо было его сразу удалить. У тебя там чисто игровые, наверное, да, видео на концов? Ну да. Я так. Жизнь, чисто жизнь. Жизнь? А что такое жизнь? Это что за игра такая? Интересная? Не очень. Там туториал, короче, 11 лет. О, блин, беспонтовщина. Да. Долго что-то. Потом 5 лет, короче, шли. Типа практики. Нафигеть. Да. Потом ты выходишь, короче, в мультиплеер, и там жопа. Поначалу.
А потом уже раскачиваешься, все такое. Раскачиваешься и надоедает играть, и ты удаляешь игру, да? Скорее... Типа как с Архейджем. Не-не-не, скорее ты выходишь из сервера. Точнее, тебя выкидывают из сервера. Понятно. О, Гавр заходит. Ну. Сейчас повеселимся. О, Эрника. Что, они, может, 5 на 5 будут? Да не. Я так понимаю, Абражин, ну да. Может, 5 на 5. Да не, лучше давайте же 4 на 4 сыграем, наверное. По фасту. Так. Так. Окей. Ну, погнали. Запись. Теперь еще часик у меня есть, там записи нормально. Час записи? На сколько у тебя планшет? На 16 бегов. У меня он ничем не забит. Так, мы с... Рейнджер. Да, мини у меня, мини. Не знаю, у меня там 7 гигов или 6. Что, бахлопка? Кастал прям как под гранат. Кто сейчас смотрит? Рядом топает. Ну потому что он вылетел просто на меня. Справа уже. Это не он. Это не он, Лёх. Я понял. Кто-то на наш РСП прошел, потому что он. На наш РСП. Слева уже. Мы проиграли бой. Ну, перезашел бой. Пацан. Готовьтесь к следующему раунду. Ладно, придется вам побрать. Бомба. Повышенная сложность. Защищайте объект. Да, блядь. Даем. О! Блин, не заметил. Кавает меня. Ты на А. Бомба заложена. Ну блин, я же знал. Блин. За лифтами. Вспоминал полчаса. Не, я вообще не знаю, как эту карту играть. Какая-то вообще непонятная. Вся простреливается. КФГ решает. Там перед тобой. Мы проиграли бой, но не войну. It's something strange. Готовьтесь к следующему раунду. А, нет, все нормально. Бомба. Повышенная сложность. Защищайте объект. Ну я же знал. Боже, на центре за сеткой лежит. Я же знал. Слева он же прошли на. На, прошли. По-любому. Бомба заложена. Да, фаста. Один на дела стоит, около их РСП. Чё вы все лагаете? Это вообще удалил просто. За лифтами люльку смотри, не знаю, там где-нибудь. Нет? Лифты, значит, чекни. Так, ну все, на одного вдвоем подошли, один фейк, давай, разыгрываем. Разряжай, он с РСП, или кто это стрелял? Вот он. Рома, сбрось. Прям перед... Хорош, приди. Бомба обезврежена. Хорошо. Отлично, на прострел центральный кто идет? Начинаю стрелять, и у меня лагает. Да, я думал, это у одного меня лагало. Бомба. Так, я пойду на дела, прострелю. Уничтожим. Бывает.
заряжаю. Зашел? Зашел уже, подела, зашел. Блин, неужели я пропустил? Да, под вертолетом. Там еще один Рома. Под ним. Блин, Ром, помогу! Нет, не помогу. Один, смотри, ушел на ДЛА. Выполняйте задание. Все, последний на ушел на ДЛА. На. Сучка. Было бы красиво. Че, неужели вниз ушел? Может, перезарядишься? Типа сзади. Ну, я понял. Посмотри бочку. Прыгнул оттуда. Время на исходе. Бомба заложена. Отлично, бойцы. Капец, у меня это тетрадки рядом лежат. Руки уперлись в них, я аж испугался. Думал, не дожму. Гор, вы же с 10-го, да, только учитесь? С 15-го, лоу. Тем более. У нас первого уничтожить объект. Почему у них никто не простреливает? Я вообще угораю. Они все выбегают сразу с РСП, а вы их не прижимаете. Прижимаете их, значит, чтобы не выбегали. Вниз ушел, наверное, под вертолет. Тут я тоже не понимаю, никто у них низину особо не бегает. Странно. Не, он через Б на под вертолет. Вот, на ДЛА, на ДЛА наверху. Это пиздец. Хорош. Прямо за будкой, за будкой. Я понял. Ну и задержка. Сейчас прострелит тебя, вот я ржать буду. Бочку чекни. Там. Не, хотя вряд ли. Мне кажется, где-то вверх под вертом, чем вот там. Нет. Неужели кемпедрят? Вполне возможно, кстати. У них двое раш, что двое сидят, наверное. Минута. Возьмите ACR, центру, прострелите с ACR-кой. Это тупой, говню. Металл нет? Не взял. Вот там под вертом этот квадрат такой, это металл, если что. Вот этот вот. Вот. И двое там было, походу. Да, двое, прикинь. Один сидел за вертолетом, снаружи. Слушай, это мне замена нужна. Пиши кому-нибудь быстрее. Пиши, значит, там наши. Бомба. Повышенная сложность. Ну так и наш ты надо было. Уничтожить объект. Ну вот. Вот, хорошо. О, а чё ты все время выбегаешь на этот чертов прострел? Не знаю. Микрой, перезаряжаю. Уничтожено. Цель поражена. Низина, низина, низина последний. Боже, я ухожу, меня там сейчас убьют. Низина. ДЛА, низина. Я ухожу на Б. Блять. Где? Ушел обратно к себе. Под вертом был? Да. Леха, выходи с РСП, пойдем на А поставим или на Б. Какой пароль? Спроси у них. Отлично, бойцы. Готовьтесь к следующему раунду. Смена сторон. Бомба. Повышенная сложность. Защищайте объект.
Забудьте подбежать. У них, короче, по левой линии были. Они с ними, походу, побегают. Осколочная! Походу. На сундре вообще двое стоят. За бочкой. Блять, не зимний один. Нахуй, блядь. Не, ну он не прямо левой, зашел еще, он там рядом. Алло, захожу я. 3-2, пароль. А кому коннектится? Попробуй к кому-нибудь. Цель уничтожена. К кромке не получается, и хост? Да. Да. Лех, Рома, дай хоста. Ссылку на профак дай просто через предыдущих игроков. А у него это закрыт? Нет, хоста не закрыт. Где? Джоникс, у него закрыт. Теперь все зависит у только этого, от вас. Далеко прям? Нет, в бочке. Сейчас там. У него профиль скрыт. Сейчас, я же сказал. Да. Не он. Ука! Нормально, ушел пацан с дела. Готовьтесь к следующему раунду. Одну секунду. Хе, хватит, нахуй. Блин, прикинь бы он не прострелил, и патроны бы закончились. Защищайте объект. Карт будет. Ну блин, уже не Зина. Залазить на, походу. На залез, наверное. Он, нет, он на залазил. Я чекнул и дальше побежал. Ну вон же их респа. Мы проиграли бой, но не войну. Бочка, да. Бочка под вертом, и что-то я проследил еще, блин. Я пока не решал. Боже, что я взял? Бомба. Давай, короче, это кто-нибудь... А, все, пиздец. Защищайте объект. Надо, чтобы кто-нибудь со мной влево шел, чтобы меня жопу крыли. Да сука. Мне Зини там в самой жопе сидит. Блин, была бы у меня настройка, я бы слышал, где. Цель поражена! Ну там металл, не металл. Не, он у них там самый жик. Не, я понимаю. Так, это Леха. Бомба заложена. Опа, да? Окно, окно левое. Да. Да ствол торчит, лол, с крыши. Уходи, они... Ну, мог бы раскидать, и левого бы забрал по фасту там. Да патроны у меня кончились. К следующему раунду. Я понимаю. Надо тащить. Надо. Помнишь, что это М9. Это М9, да. Не, ну сначала в хэт убил. Там не палилось. Да ну что. Получил сейчас это? Да. У них, короче, я же пинка убирал. Да, блядь, он лагает, на бочку залезет, на это, на лестнице стоит. Да ну что, нету нифига. Ну он стоп. Юрий, коннекта нету. Ну он попытки подойдут. О, по-моему. 3-2. Мы проиграли бой, но не войну. Готовьтесь к следующему раунду. Короче, надо рашить всем на Б просто, и все. Да, выходим уже. Пойдем все на Б. Уничтожить объект. Рома! Вау. Они сейчас же гнать будут. Надо было тебе сразу выйти. Кто так надымил? А, что, ладно, что я спрашиваю? Есть.
курить, это что? Внизу, низи, на минус. С нашей респы! С нашей респы последний! ДЛБ заходит! ДЛБ! 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 Подверг! Ну, ну вы тупые, походу. Ты видишь, бля, что он делает? Он тут гранаты по лютому прокидывает, простреливает все, что его хочет. Вон, пробежал, пробежал, до центра, был, слева, да. Их респа. Ну, левее, расстреливай. Это лаги какие-то, я говорю, у меня вообще пинг скачет. Хотя ничего нету. Прижми, прижми, прижми. Вон, сверху. Отлично, бойцы. Ладно, я не вижу, у меня там никнейм твой горит, но, блин, ты-то должен видеть. Там уже на нашу, нам пробежал обратно на респу. Откуда? Проходит ДЛА, убивайте, двое. Еще один, Леха. Слева, слева, здесь будет. Это ДЛБ, блин. Отлично, бойцы. Готовьтесь к следующему. Точно, это ДЛБ. Знаешь, когда я орал ДЛБ, вы почему-то все смотрели на ДЛА. Вот в чем прикол. Я что-то грел, я вообще за стоял. Смена сторон. Бомба. Повышенная сложность. Защищайте объект. Как они тебя тут не убивают? Я вообще не убиваю. Ну вот, везет мне. Дела один. Зина. Что-то коник заходит, мне кажется, что он за них, если зайдет, это будет жопа. Куда? А, нет, что гоните? Наша респа, наша респа центра! Центра. Вы гоните, куда вы все поперлись в дефе, блин? Вон, на центре был Рональдо, Леха, его убили, все, убили. Из-за меня топает. Даже я слышу, он где-то на их респе топает, походу. Не респели. Да при... все, ребят, хорош рашить. Леха на будке на нашей, если чё. Ну, Рональдо, который... Не на нашей, на их будке. Прямо перед тобой, Заус. Какой Леха? И двое Леха. Лехи. Чё-чё-чё? Граната. Вы правда по вашему прижми. Или лево, или определитесь. Вы сейчас ещё друг к другу подойдите в упор, блин, встаньте. Я вообще будто пойдёт, и всё. Это откуда бывает? Это наш. Прям за тобой стоит, очень стреляет. Время на исходе. Хрен с ним вообще, я пошел на бочку. Я на бочку бы залез где-нибудь, лежал, ждал. Или так. Меняю магазин. Ой, да ложись, потому что тебя справа видно будет. Ствол торчит. Меня? Чего да, не да, меня справа видно топает. Ствол. На Б топать где-то. Найс на респе. Отлично, бойцы. Готовьтесь к следующему раунду. Чё-то у меня 18 минут, блин, уже играем. Бомба. Повышенная сложность. Защищайте объект. Да ёшь. Оп. Не, но он реально не видит меня, прикинь. Заряжаю. Это вообще дикий угар. Я там всех вижу, когда в это стекло стою. Что там видеть? Ну, блин, там... КПГ я вообще молчу. Не, ну, я даже на стандартном вижу сейчас спокойно. Блин, опять низину сейчас пропустите, я же вас знаю. Так, ты где упал? Ясно. Да я поскользнулся. Ладно, я полезу на кран. Ну, с нашей... Да вы... Как же это все раздражает, как он меня бесит, что обходит меня сзади. Его убили, убили уже его. Саня, его убили. Только Ирника у них хорошит, больше никто. Эти вот
Одни простреливают, другие сидят. Не давай, слушай. Причем он рашит только низину. Можно тупо низину всегда смотреть и все. Так, а с хна сидишь? Самое смешное, что я это знаю, но не могу там его слить. Вот ты тоже фигово сидишь. Залезь вот слева на балкончик такой маленький, знаешь? Слева. Как бы люстры такие висящие. На них запрыгни. Вот на эти, да. Да. Залезь. Ну вот где? Дела. Так, нет, сливать нет, нельзя. Дела, давай сравнивать. ДЛБ? ДЛБ? ДЛА. ДЛА, не ДЛБ, говорю. Время на исходе. У тебя нет, что ли, этих штук? На, коробок? Гранату кинь, на всякий случай. Случай. Нет. Рано еще 50 секунд. А, нет, уже не рано. Вот тебе всякий случай. Так, ну что там может быть? Лифты, да? А, плант вон с той стороны. Ну да, наверное, где-то лифты, люлька. Бочка. О! Эх, мог бы убить. Такое вообще банальное место, боже, это ужас. До бочки опасно бежать, если была основа. Повышенная сложность. Защищайте они. Что еще делать? Нихуя на пиздец! Осколочная! О, я дела. Вертолет. Лестница. Сзади один. Мы нормально. Но не войну. Готовьтесь к следующему раунду. Норм. Инфа, наверное, не знаю, правда, откуда там инфа. Бомба. Может быть. Может быть. Гадюшкин, долго не будет, я уже стрелял. За жалюзами на. Ну чё, левел ап? Они везде. Слушай, этот куплёт никогда у тебя не прострелил, тут он просто решил. Справа, справа. Я знаю. Гранату видишь, я не слышал. Конечно, нет. Но не войну. Готовьтесь к следующему раунду. Это какая? Вторая. Первую мы 12-3 выиграли. 12-2. А, 12-2 даже. А тут играть мы вообще не можем. Бомба. Да. Тут хард скилл. Уничтожить объект. Вертолет, двое. А, блин. Саня, вон... Мы проиграли бой. Да это вообще ужасно КФГ решает. Вообще дурацкая карта, вся простреливаемая. Текстурки, не текстурки, все видно. Бомба. Повышенная сложность. Уничтожить объект. А, ну они хоть простреливать начали. О, там банки. Ой, двоих поцел не убил. Наши рискуй. Сзади. Вышел. ДЛБ. Я же его слышал. Покупил до последнего. Топать, это наш топать, видишь, подо мной? А. О, надо... Прямо перед тобой стоит, за вертом. Вот, об этом я и говорю. Не, пацаны, текстуры, смотри. Ага, ок, да, норм.
Ты бы сказал, блядь, не за вертома хотя бы. Я не знаю, как это сказать. Я бы раз ебал, повториться не да, должно. Я бегу за вертом, блядь, я в машине ебу. Я это может наверху за вертом. Ну, значит, не надо было вылазить вообще, сидел бы. Ножи? Ножи или договариваешься, Егор? Ну чё, ваш хвост наши карты? Мы смотрим, конфиг решает. Посмотрим, как на нашей карте решит. Кстати, что будем играть? Терминал или Invasion? Я за Invasion. Я даже. Чё-то меня вообще игнорят, я не понимаю. Чё они затупают? Ребят, вы чё втупляете? Я говорю, ваш хост наша карта устраивает? Напиши им 5 на 5. Пусть за них Гавар зайдет. А за нас банка. Спросил. Банка было бы хорошо, конечно. Что они там ответили, нет, эти дураки-то? Ну, блин, молчат, пока тупят. Пошли с этими сыграем, тебе там типок я писал, помнишь его? Да кого я сыграем, мне через полчаса надо на салюте быть. В смысле, а что за повод? Какой салют? На с этими, да. День города. День Артема сегодня? День Шахтера и День города. У нас День Шахтера считают разумеется, как День города, потому что у нас город Шахтер. Ну, Гавар заходит за них. Гавар четвертый будет. 5 на 5? 4 на 4. Слушай, Егор, а в МВ-2, чтобы ядро набить, не обязательно ведь с одного оружия надо настреливать? Нет, там можно и с апачей взять. А, ну что? А то я до пулеметного вертолета дохожу и все. Кстати, посоветуйте вот серии какие поставить, чтобы доиграть. Харьер, вертолет, пулемет и ядерка, все, больше нет. Угу. И сишка говно, да? Да. Ну только если на Вестланде. Только если на Вестланде и все. На открытых местностях. Да, на открытой. А на закрытой лучше вертолет. Ну вообще вертолет, ну, лучше. Конечно, там. Ну, больше вероятно. Ну просто его легче сбить, ну, получается, чем эсишку. Гавар, кстати, вместо Эрника это классная замена вообще. Это да, мне тоже больше нравится. Там Гавар вообще такой нубас какой-то. Да, ну он со снайперкой, конечно, сейчас будет играть, но бить, но так-то нормально играет. Не прям уж нубас. Помню, как он. Ну не тащер, он такой просто. Обычный Гавар. Мы вверх. Так, что мы берем? Мы берем ОМП. Повышенная сложность. Нет, мы берем СКАР. Что, на Б-раш? На Б-раш, конечно. Дайте центру только прострелить. Чтобы план забрать. Опа-опа. И снаружи это. Бомба сюда. Кто дым на центр кинул? Ребят, ребята, говорите честно, зачем? Просто так. Ну нафига вот, просто так кидать дым. Я не знаю, я дым юзаю только как фейк какой-нибудь. Проходим на Б. Не бросайте в следующий раз дым на центр. Проходим на Б, эскорт быстрее, действительно, что тупишь? Я на дым положу, как будто мы на А кладем. Хорошо, так, ну, так и надо, все, нормально, Б ставим. Ставьте наши РСП, я в синьке буду сидеть. О, их трое вообще. Тащим пока их трое. Лол. Отлично, дайте. Я его ждал. Гавар вылетел, да, походу? Заус, ты тут? Саня. Ой, Лёха. Саня, говорю уже.
Есть. У тебя пинг одна палка, ты лагаешь или что там? У тебя тоже как-то одна палка. И одна палка из четырех у него вообще. Уничтожить объект. Вот это прикол, а. Бомба у нас. Не знаю, это вообще вялая игра, они где-то на кемпедрят сидят. Да ё-моё, где? На Б, блин. Чё-то я его пропустил. Конкретней. Он слева сидит. Слева. Понял. За стенкой. Понял. На угле, что ли? На углу? Да-да-да-да-да-да. А тут? Вот, да-да-да. А, не выше, выше. Я, блин, что-то это... Запоздал. Лёха, проходи на Б. Там же противник. О, он за домом на Б. Сейчас в двери будет, подожди, дай я выйду. Да, хорош, блин, аимщик тупой. Ты куда на А пошел? Иди. Проходи, Б ставь. Он один, давай. Лёха, куда план понес? Иди на Б. Фига надо было на А кидать, блин. Не, вот так норм. Я сижу, не прикрываю. Я с нашей прикрываю. Вот это лол. Отлично, бойцы. Готовьтесь к следующему раунду. Парни, вообще, успех пошел. Не, видишь, они на дым, Егор, поворачиваются все двойки. Ну. Бомба. Лол, я заскринил, у меня все залагало. Уничтожить объект. Че за лаги? Бомба у нас. Ну, я только что вогнул, а ты типа их. Ты типа, короче, вогнул. Вот сейчас не проканает, парень. Проходи, проходи. У нас на РСП, наш РСП. Ой, прям. Сзади, 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 Саня, прям с тобой идет. Ну, блин. Я стрелял. Лёха, на планте. Ну, уже, наверное, не так. После тебя ходит где-то. Потом, вон, наверху был, наверху в синьке был. В синьке. Да. Не получилось. Да, я не слышал. Не, я слышал, я думал, она может далеко лежит, там не особо понятно. Не, мне показалось, она там за мусором. Мусорка бы защитила. Смена сторон. Так, меня на центральный прострельчик, ребят, пускайте. Повышенная сложность. Я через нас. Почему одного? Троих бы убил. Отвечаю. Ладно, я на дела. А, зашел в кафешку. На. О, блин, на Б. Уже Б прошел. Лёха, иди на Б. Лёха, выйди назад, убей его. Пока на Б. Да, не ждан. Центра! Центра. Какой жирный, сзади, Лёха! Центра, говорит. Ну! Ну, я стрелял, я сейчас кричал! Я по нему, знаешь, как попал, он такой жирный? У меня вообще был план капкан, я сейчас дым бы кинул, из него выбежал. У меня реги ноль, я тебе отвечаю. Слева за углом, по-любому. Время. Мы проиграли бой. Да блин, как я его не убил, а? Готовьтесь к следующему раунду. Да нет, на центре так и сидел. Еще эти нубастаны. Прикиньте, я бы лежал, он бы меня не убил. Бомба. Повышенная сложность. Защищайте. Все на... А нет, один на Б ушел, один на Б. В этой, как она, блядь, манекен и манекен. Флеймин. Так, дела за хаммером один есть. А, Саня, по-моему, за хаммером стоит. Ну, может, не показалось. Синька вроде. Да, он в кафешку зашел. Кафешка, да, 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 синька, синька, синька. Да блин, души, да? Чё за тотал слив, не пойму. Да, мам. Скоро пойду. Где? Лучше бы лёг.
Лучше бы лёг. Он бы мог в центре зайти. Отлично, нормально. Готовьтесь к следующему раунду. Я там боролся. Бомба, да, вообще повышенная сложность. Опа, что-то все на арке, что ли? Нет, вроде нет. Я опасу, короче. Ну я дела смотрю. Сань, смотри, кафе смотри. Кафе смотри. Кафе, лежи в кафе. Еще, еще жди, дела никто. Саня, ну он прям вот перед мной вышел, я думал. Да не, нормально. Леха, отпаси центр. Так, за хаммером. Манекены. Дела, хаммер. Дела, хаммер, манекены зашел. Леха, отползи влево чуть-чуть, чтобы видно было центр. Во. Я после Battlefield иногда захожу в коды, и когда вижу врага, на Q нажимаю по привычке. Чтобы пометить его. За танком. В центре. Так, что делать? На-на. Попробуем. Ну, Саня, ты видел его вообще, нет? Да. Ой-ой-ой-ой, как он вовремя ушел в кафе. Еще один стоит прямо на центре. Прямо около планта на центре. Прямо возле планта стоит. Давай двигайся. Один в кафе, другой тут, да, вот за углом здесь стоит. Вон, лежит, лежит же. Я его видел. Следующему раунду. Не-не, я видел. Фига. Зря выпился, чувак. Смена сторон. Бомба. Повышенная сложность. Пойди, глав. Уничтожить объект. Это не совсем центр, не посмотрели. Бомба у нас. За хаммером на центре. Ой, за танком на центре. На Б. Да что ты с ним будешь делать? Я что-то центру никто не смотрел. Я не могу его убить. Он пробегает вниз голову, опустив все. Так ты пониже бери, блядь, я сейчас тебе... Его не видно, там пробегает доля миллиметра даже. Синька, второй этаж. Выполняйте задание. Остались только вы. Бежит возле тебя. После тебя. Понял. Не знаю где. Ах, видел, да заметил, но поздновато. Бой, но не войну. Готовьтесь к следующему раунду. Он прокидывал через дом, я не вышел. Потом как знал, что я здесь пойду, начал вести. Бомба. Норм. Повышенная сложность. Уничтожить объект. Бомба взята. Манекен. Да ну, центр. Это вообще... Слева же, вон. Центри может зайти, Лёх. Да уже зашел слева. Минус. Встану ну, да, меня. Минусанул? Центр, чек, не лёг. Вон слева. А, стоп. Не-не-не, тут нет. А, тут Заус. Окей. Лёхи на балконе вроде топают. Да-да-да. Синька. В библиотеку прошёл, в библиотеку зашёл. Книжка или чё это, блядь? Диски. Правый, диски. Сюда зашёл? Да-да, ну он внутрь прошёл. Не думаю, что он там, потому что он топает по земле. Что это за лажа была? Мы проиграли бой, но не войну. Готовьтесь к следующему раунду. Стаканик. Блять, я нахуя вот туда выходил и обратно выходил. Что за ебать, ебать, ебать. Уничтожить объект. На центре за танком. На танк залазит. Да ладно, я его сейчас не убью.
А, хпшка, хпшка, к нам манекены придёшь. Минус. Mm. Так, я его за плантом. Проходим Б. Он один. Втроем тут проходим Б. Это я топал, наверное. Нет, это он. Леха, кинь дым на. Наверху нету. Пипец. Чё за лаги, блин? Лаги, серф такой беспонтовый. Да. Прохожу Б ставить. Ставлю. Кто что смотрит? Так, я с их распы смотрю. Лёха переулок смотрит. Я с их распы смотрю. Он у меня. С переулка никто не зайдет. Ну зашел в переулка, на Б зашел. Это не с переулка было точно. Я посмотрел. Ну тихо, не спон, давай на планте. Вы сейчас слетите еще все. Ой, блин, позор. Левее, левее, левее. Боже мой, боже мой. Не-не-не, ты серьезно? Он налево ушел, налево, за танком. Бог ты мой. Готовьтесь. Если бы не убил, вот это было бы вообще ржака. Блять, я прикинь, он на планте был, я бы все нормально бы стрелял один. Он не мог, блядь, с центра зайти вообще никак, блядь. Я туда говорю, с нашей рыцбы зашел и все, вот так. Не, с другого места я зашел. Бомба. Повышенная сложность. Защищайте объект. На дела. Еще один. Все, уже не в манекена. Пиздец, ну вот на просто вышел. А, все ясно. Вон лезет. Бог ты мой. Ну не могу что-то попасть, вот и все бывает. Где? Боже, ты там вообще стоишь на длине. То есть в центру никто ничего не смотрит. Егор, прикроешь меня по ДЛА сейчас, в следующий раз? Я прикрывал, но я не могу вон там увидеть его. Отлично, бойцы. Я думал, не убил. Я убил бы того, которого ты убивал. А вот того, который слева, я не видел. Ну, я просто не знаю, это обоих получилось. Короче, ребят, надо тащить, я не знаю, чем мы сливаем. Может, ты вообще не пойдешь на... Опа, все уже, где-то на танке там стоит на ДЛА у них. Даже проползти мне не дал. Саня типа смотрит ДЛА, но не знаю, насколько хорошо. Да, 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 в кафе, в кафе. Ну это конфиг, да, он увидел Саню вообще в темке там. Не текстура это, а не конфиг. Там даже с текстур хаком не видно, если честно. Да, черный. Хорош. Темки минус. Ой, кафе минус. Ты откуда? Ты наш? Лех, ты стрелял? Да. Нет. Да, 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 Лех стрелял. Как же трудно, когда два Леха. Ну вообще. На центре, нет, не на центре, вот ты, перед тобой. Ты говори, блядь, за уз, да и все. Что за лаги? Опять возле тебя, Рональд? Не-не-не. Топает. Время на исходе! Топает? Не. Вы вдвоем подходите к этому, к одному месту. Вон в доме Б. О, хорош. Отличный бой. Хорош попал. Готовьтесь к следующему раунду. Так. У меня, походу, пленка закончилась, грубо говоря. Егор. А, чё? Егор. Чё? Хочешь, я скины на оружие сделаю? Бомба. Повышенная сложность. Скины защищающие объект. Я не юзаю скины. Нет. Там просто арком написать и все. В этой, на остановке. Прям в остановке в самой. Чё? Синьки. Может, на центровке.
А, кафешка. Вышел на... Ты охуеешь с них вообще вот с этого мува, который сейчас только что был. Она за танком. Вон он, видишь, префом вылетел. У тебя справа здесь, кафе, вот. Мам, я скоро приду! Ой, но не войну. Как он пристрелил? Готовьтесь к следующему раунду. Видел? Честно говоря, он более чем странный парень. Смена сторон. Он целится раньше ночью. У него скрыт профак, нет никнейма, и у него лаги. Уничтожить объект. Бомба у нас. На Б есть. Диски, 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 диски. Минус. Где? Где диски? В смысле, ты ж там был. Я не был там, я стоял на шерспе. Проходи, наверное. На Б есть. Наверху, над нами. Префом! Просто префом, мудак! Прям над тобой перезарядился. Префом, от вот он. Я ж по. Развалины второй этаж. Спрыгнул. Он второй в тебя простреливал. С магнумом. Да-да. Готовьтесь к следующему раунду. Знаю. Бомба. Повышенная сложность. Что? Мама! Закроюсь. Утратят. Диски. Да блин, не убил. У меня где-то ключи. Муха. Да ну, ребят, ну там все ясно с этим пацаном. Да во, все начинает, я тебе говорю, это пиздец, Саня будет слева, сейчас справа, мой Леха. Во, Леха, блядь, уходит, он же у него хуяет. Блин, а вот этого снайпера я не знаю, как убить. Он где-то там стоит. Он за этой лежит, за плитой. Мы проиграли бой, но не войну. Готовьтесь к следующему раунду. Это все маза, ладно тебе. Бомба. Повышенная сложность. Ты че, вот эти не раунды, нихуя не играл тут. Грена центры. На Б двое. У всех лаги. Да конечно лаги. На центре стык, блин, я как зарашил, слился. Раз блин, с плантом рядом. Да потому что он подрубил, вот и лагает. Че ты удивляешься? Бой, но не войну. Готовьтесь к следующему раунду. Бежит, знаю, видишь. Я вообще в кругу. Смена сторон. Нормально. Бомба. Повышенная сложность. Защищайте объект. На А. Пошел, кафеш. Че вы такие жирные, я не видел. Ну сука, ну че ты? Че, где? Не знаю, просто так стреляю. Я тут, блин, я не знаю, 7-9 уже сейчас, если затащим. Как нам потом брать еще раунд? С этим, с этой чушкой. Что делаешь, не умеет? Ясно, он на этой сидит. Где? Заправки, блин. На заправке? Да, сидит там в углу. Блин, вон он был.
Второй раз уже так. Один раз снимем. Да как он пробежал? А, нет, Саня убил. Хорошо. Готовьтесь к следующему вот раунду. На Афгане сначала они типа сливали, а потом так. Бомба. Повышенная сложность. Защищайте объект. Наш РСП, Б, Д, Б, С, Б, сзади! Хорош. Ты еще так хочешь? Так, все, давайте сравнивать счет, потом что-нибудь будем думать. Как нам тащить. Из-за пинга у нас задержка, кажется, что при фаере. Ну смешно же, блин. Бред несет, блин. Трава у Зауса топает по траве. С их РСП, значит, трава там только там есть. Заус сам где? Заус на синьке на втором. А, он один, что ли? Он я один. Думаю, еще. Так я, блядь, вначале минус два поебал. На, прям на. О, вы расплан давай. Это блять, чё они говорят там? То же самое фразу, типа, говорит, ебать, игре 6 лет, чё вы ноете, да? Пим все не волдивны, что игре-то, блядь, 6 лет, блядь, нахуй. Ребят, всё с вами ясно. Бомба, повышенная сложность. Ебись, забежал вообще просто сразу же, ну вот, нереально. Ну, потому что они думают, что мы подрубаем, и спокойно подрубают. Где? Кафешка. Уже надо планту будет сейчас. Кинь гранату. Ну я понимаю, что я могу. Да я не прокину здесь. Ну что это за хрень? Чушь, сквозь танк. Лет назад, когда она только вышла, он убьет. Как может игра умереть, когда она только вышла? Лол! Вот это задержка, я офигел. А ты видишь, они в тебя станы кидают уже? Да. Уже бегут ко мне. Баба, остановился. Ну давай, выходи. Ну выходи, я ж знаю, что ты. Ай. А, так что быть. Тебе? Мы проиграли бой, но не по лестнице залез или что? Готовьтесь. А нет, пониже. А, он тут сидел. Пойдет, вообще пойдет. Он сидел, смотрел сквозь стену. Че, норм по стенке вести? Смена сторон. Бомба. Повышенная сложность. Ну блин, нашли каких-то чуканов. Всех помечайте, короче, там. Бомба взята. На Б прошел. А, обошел КПшку сейчас на остановке. Да ты слышишь? Ну, стерва тупая. Там еще идет, походу. Вы проиграли бой, но не войну. Готовьтесь к следующему раунду. Бомба. Повышенная сложность. Я пробежал в кафешку, блядь, лег такой, да. Блядь, лежу такой, знаешь, жду, блядь. Это через куда? О, и опять прям. Ну ясно. Ой, блядь, залагал. На нашей респе. Блин,
блин, я с... Чёрт. Да, не знаю, где ты, понимаешь, они тут и валят. Да я бы еще бы этого завалил. Слышал бы, что он поднимает. На каком унижении? У вас читак просто гоняет наглый, вы просто унижаетесь, играя с ним. Вот и все. Пока, ребят, удачи вам.